готово? Да. Пошли. Уничтожай всех, кто попытается тебе помешать. Ты побы это, подсвечивающий бы импульс взял на вторую локацию. Будет сделано. Да и на эту, тут-то она зачем? Ну, притормозить ненадолго собак, если стика молоко у кого-нибудь улетит. Да, ну, оно... Он а очень долго перезаряжается. Вот именно. Там, по-моему, теперь все налево. О, стреляешь, Андрюха. Давай, Леха. Я не стреляю. Да. Собака грызет. Ну, не, мне если кто-то одну собаку хватил. Ну да, я-то посадил одну. Не грызет, ты под ульем. У меня нет стика. У меня будет. Андрей, ты лагаешь? Андрей? Да. Ты лагаешь? Нет, нормально. Нет? Подсвети что-нибудь. Значит стрим лагает. А левый танк забрали тебе. Справа я возьму. Ай, сзади бьют. Сейчас все будет, Андрей, не переживай. Сейчас ты умрешь, не переживай. Сука, да что ж ты такая юркая? Из матрицы чувиха. Ага. Снайпера, ребят. Минус один. Минус второй. Сука! Садись, садись! Андрей, надо лево задавить. Да? Я направо. Давай. А, там уже пошли что-то. Нихуя себе пошли, да. Мне всю броню снесли. Чё за навыки залагали? Я с вертолета возьму. Макс, иди назад сразу. Там сзади вертолеты прилетят. Блять, ремень не сбил ему, сука. Перемещайтесь. Пучка какая, а? Давай, блять. Андрея самый прочный на свете. Я пошел налево. Только у меня стак.
Давай. Нихуя себе бомбахнул. Это что за хуйня, блядь? Сквозь, блядь, КамАЗ стреляет. Так, у меня нет улья. Макса не подниму. Андрей, сейчас устанет, по-моему. Где у меня голова, непонятно. В кустах. В кустах, да. Пидор. Сука. У тебя сзади двое. Макс сейчас должен встать. Макс, ложись полностью. Наверное, нет. Нет? Но... Надо было раньше, да? Угу. Сейчас без Макса пройдем, давай. Ну, давайте я сижу, посмотрю. Да не, вон он встал. Так, Леха, давай. Леха, давай! Леха, давай. Да ёп! Три раза стрельнул. Ёпта, здравствуйте. Оказывается, все это время танк был. Чпоньк. Какая хорошая пена у нашего товарища. Я, наверное, тут останусь, да? Давай. Тут мелкие мобы, да. Я подальше пойду. А, Макс, иди вот туда на, направо, там справа спустятся с вертолета, ты их сразу расхерачь. Прям дальше иди, прям к вертолету. С вертолета прям бей. Блять, тут толстяк оказывается, ебаный рот. Ты уже забыл? Да, сейчас надо ленточку ему сбить, и все будет хорошо. Все, все хорошо. Не слишком бах, не договорив, упал и потом встал. Так встал, как будто сейчас скажет, я не договорил. Такие трупаки падают. Дождь из мужиков. Тоже, да. Аллилуйя. Так, тут толстяк будет. Тут Дюша Метелкин, тут все будут. Дядь, ты без ленты спустился. Его это не смущает. Блять, никого в голову не убил. Где-то есть. Ну вот и все. Андрей, тогда это налево беги к этим бытовкам. Налево бегу, да. В принципе, хватит. Готовы? Подождите, подождите, подождите. Импульса нет? Нет. Импульса нет. Настоящие мужчины играют без импульса. Мать, война идет. Я там где-то бегаю, блядь. Лагает все. Так, ну теперь надо боевичка. Так, понятно. Я, короче, смотрите план действий. Мы бежим. Мы бежим. Я кидаю Эми гранату, она взрывается, вешает кувалду. И все падаем. Да, и мы все умираем потом. Примерно такой план. То есть, короче, дайте мне возможность повесить кувалду. Давай, давай, давай. Я бегу. Был уроборот взять, ну ладно. Да.
Ну, давай я посажу, таки доверю. Не-не-не-не-не. У меня эми граната. То есть давай. Стики, ты стик убережешь таким образом. Все, поехали. Я, блин, пыхтел, учился ее подрывать, типа, оказывается, можно не подрывать, можно... Но она одну морозит. Бля, система неисправна, не могу взорвать ее, сука. Она только одну морозит, и при этом... Если мобы... Не да, и мобы не агрятся, то есть они не видят эту стику. А. Какая красота. Так, я снова делаю регу. И бежишь налево. Налево, да. Направо. Так справа мобы не выходят, слева мобы выходят из кустов. Нет, они как раз направо стоят, и там красненькие. Те с кобурой, похую. Какой кобурой? Я не с кобурой. А-а-а. Охотники обычно. Вон он что, Михалыч. Ну давай я налево пойду тогда. Крепение шлёхни. Охуеть. Я видел это, Алексей. Так, там баскетболист живой. Аккуратно, ребят. Пиздец, меня тут ебашат. Снайперши. Так, ну тут, наверное, надо ДДшить просто. Конечно. Надо стрелять. Желательно в лицо. Ой, я уже прыгнул. Ну ладно. Это нормально. Я же уже тут. Конечно. В лицо, а в лоб. Или в затылок. Ну или там. Не торопитесь стрелять в этот тарантас, я первый да. Стрельну. Бьем его, бьем, но не стреляем, не стичим. А вот теперь стичим. Бьем. Во второй не стреляйте, если он не сагренный. Он сагренный. Да, стреляй. Он же ключи. Сбоку. Сейчас Андрей ждем. Ёпта, там танк еще швыряет говно свое. Mm-hmm. Ух ты, толсторог. Вон цель у него укрытие. Не знаю сейчас. Дари, я тебя дарил. Дарю, не вопрос. Тебе уже не нужен. Я говорил, будешь должен. Тебе уже он не нужен. Емкость магазина. Ужас. Тогда емкость, не дари, да? Емкость магазина. В следующий раз должен. Звучит ужасно. Так, кто налево пойдет? Ники, там щи налево. Я, бля, уже справа. Сейчас. Леха, ты кто сейчас? Ты ДДшник? Кто вообще? Ты по масти кто? Ты по масти кто? Толсторог, я так понимаю. Забирай тогда вертолет. Заберу. Ай! Не забрал. Не забрал. Но я встану и заберу. Немножечко подмог тебе. Так, где? Куда по мне хуярят? У нас корабля. Ой, господа, здравствуйте. Вы зря сюда пришли. Бля, пьяный еблан, блядь. Все раком ко мне легли, суки. Голову не могу прострелить.
знают, что их ждет. Они заранее подготовились. 5 легендарок, 1 толсторук. У меня ни одного. Сегодня. Могу тебе этот отдать. Да ладно, зачем? Нет, нужды. 14.54. Толстолок. Толстолоб. Будет у тебя толстолок.